Почему в Австралию завезли жуков-навозников? На земном шаре насчитывается около 250 000 видов жуков. Всех их объединяет одно – пара нежных крылышек, которые защищены твердым панцирем. Жуки-светляки хорошо видны в темноте. Хвост самки привлекает самцов равномерными краткими вспышками света. Причем у каждого вида светляков свой собственный световой ритм. А вот жуки-олени – просто великаны среди своих собратьев. Они вырастают до 8 сантиметров в длину. Жуки-навозники скатывают из навоза шарик и откладывают в него яйцо. Из яйца выводится личинка и поедает навоз. А ты знал? В середине 20 века в Австралии возникла серьезная проблема с накоплением навоза на пастбищах из-за недостаточной работы местных жуков-навозников. Для решения этой проблемы были привезены жуки-навозники из Африки.